Друзья, ассаляму алейкум. Приветствую всех на наших страницах, на наших каналах «Кизлярские ножи». Вот буквально вчера ночью завершился наш розыгрыш, который проходил 31 марта. Так, вот наши подарки, которые мы разыграли в марте. В марте у нас был два розыгрыша. Главный приз – кухонный набор. Так, нож «Егерь», «Сокол», коса, складник и патрон, спичка, ну, брелок, да. В этом месяце тоже, друзья, месяц апрель тоже мы разыграем. Розыгрыш будет проходить 11 апреля. Стоп-розыгрыш 15:00 по Москве. Для тех, которые уже участвовали, они могут отправлять выполненные условия до розыгрыша, имеется в виду до 21:00, кто успеет отправить, то их выполненные задания будем считать. А те, которые вообще не получали номера, вообще не участвовали в наших розыгрышах, для них стоп-розыгрыш будет до 15:00 по Москве, 11 числа. Друзья, условия очень простые. Поставить лайк, поделиться своими друзьями, или в социальных сетях можно поделиться. Также можно поделиться в статусе на WhatsApp и сохранить мой номер. Друзья, в ходе этих розыгрышей и так далее, мы замечаем, что некоторые люди не понимают суть розыгрыша. Суть розыгрыша, друзья, это какой-то маленький подарок вам, нашим подписчикам, нашим клиентам, друзьям, знакомым. И некоторые люди пишут там «подари нож» и так далее. Друзья, всем ножи дарить у нас не получается. Из-за этого решили как-то обрадовать вас, сделать вам такой приятный момент. Еще такой момент, друзья, насчет номеров спрашивают. Те, которые участвовали в феврале, в марте, январе, у них есть номера. Эти номера будут постоянно. Но условия каждого розыгрыша надо будет выполнить и отправить мне скриншоты. Это первое. Второе, друзья, этот процесс, когда мы начинаем, стартуем розыгрыш, друзья, пишет где-то 400-500 и больше людей. Сразу всем ответить не получается, так как надо посмотреть. Этот человек получил номер, не получил, отправили номер, не отправили, выполнил условия, не выполнили. Из-за этого, друзья, сразу паниковать не надо. Я потихоньку всем отвечаю. Если даже вдруг кто-то посчитает, не ответил и так далее, или, например, я посмотрел сообщение, или по каким-то причинам отвлекся и так далее, напомните. Напомните, у нас есть время, у нас 11 дней. Напомните, скажите, вы мне обещали, или я выполнил все условия, отправил скриншоты, вот жду номера. Тогда я вам отправлю. Вот вчера буквально 1-2 человек написал, которые, да, это по моей халатности, отвлекся, не увидел, не дал номер. Если эти люди вовремя написали бы мне, сказали бы, вот Мухаммад, я выполнил условия, вот скриншоты, все как положено, номер, я бы отправил бы. Эти тоже важные условия. Друзья, те, которые участвовали в январе, феврале, марте уже, номера у них будут, повторяюсь, те же, но условия надо выполнить. Условия надо выполнить. Кто условия не выполняет, тот подарки не получит. Вот вчера тоже мы разыграли первый номер, который победил, да, вот этот набор. Получает, посмотрели, он не выполнил условия. Сообщение прочитал, но ничего от него мы не получили. Из-за этого мы еще раз разыграли уже другому человеку. А другой человек, как положено, выполнил условия, отправил скриншоты и так далее. Вот он и получит подарок. Также, друзья, мы разыгрываем скидки. 500 рублей на ножи из 95 H18, H12 MF, D2. Еще разыгрываем бесплатную доставку и лазерную гравировку по России. Так, еще у нас есть, разыгрываем также скидку 1000 рублей на ножи из дамасской стали. Этими скидками можно воспользоваться в любое время. Не обязательно, чтобы сразу заказали и так далее. Как у вас получится, заказывайте.
Главное, скажите, вот я участвовал, например, в марте, вот мой номер, я получил вот эту скидку, я выиграл скидку, и все, без проблем. Вот такие вот моменты, друзья. Это уже все прошло, в ближайшее время мы отправим подарки, это первое. Второе, друзья, мы уже стартуем, начинаем следующий розыгрыш. Розыгрыш, который будет проходить уже в апреле, 11 апреля. Так, главный приз – это нож Финка НКВД «Сталь Д2». Такой вот нож мы разыграем, друзья. Следующий подарок – нож «Спецназ». Такая вот красивая работа, натуральная кожа. Вот такой вот нож разыграем тоже. Следующий подарок – нож «Комбат». Тоже разыграем. Мы решили еще добавить такие интересные моменты. Это не кизлярские. Такой вот ручка, нож. И также поставили патрон, спичка, брелок. Его тоже разыграем, друзья. Сейчас у нас получилось 5 подарков. Участвуйте, выполняйте условия, пишите нам на WhatsApp. Кто хочет заказать, есть отдельные номера. Кто хочет участвовать в розыгрыше, вы увидите на экране. Также, друзья, я выложу в описании. Кто хочет заказать, посмотреть отзывы наших клиентов, вся информация будет и в описании, и в подсказках. Успехов вам! Участвуйте! Ассаламу алейкум!